Всем привет! Начинаю снимать новый влог. И сейчас хочу сложить одежду в шкаф детскую Златы и Марьяны. Ну, конечно, есть там немножко и моей одежды, так как это все стирка, привезенная с Браворов. Я все никак ее не сложу. Уже 2 дня с копом в куче валяется. Сейчас буду разбирать вместе с вами и слаживать по полочкам. Вот еще хотела сказать, что вчера вечером прибегает Марьяна в комнату и заявляет: «Мама, только что была реклама, и в рекламе были маты». Я в шоке. Мы не поверили. Потом это услышал муж на ютубе в рекламе. Нормально? И сегодня муж говорит: реклама то ли вот XBET, вот это, не знаю, какая-то, что-то в этом роде. 1XBET. Короче, вот это вам и YouTube. Только что включила мультики Злати, Тима Тома, и буквально сколько, 5 минут прошли мультики, реклама, какой-то мужик что-то рассказывает, смотрю, эта реклама 5 минут идет. Нормально вообще мультики смотреть деткам? Как? Вот, а как выключить рекламу на планшете, чтобы на ютубе не было, я не знаю даже. Хоть скачивай эти мультики, то ли, ну, даже не знаю. Ой, что-то темно получается. Вот, взяла все-таки в Броварах свою камеру. Обычная Canon. На 13 мегапикселей вроде бы, я уже не помню. Вроде бы 13, где-то писалось. Вот, так что хочу завтра снять на нее, попробовать распаковку с Алиэкспресс посылок. Вот, даже на штатив уже муж прикрутил. На штативчик. Он еще целенький, не поломался. Многие жалуются, что он дешевый, хлипенький, ломается. У меня ничего не ломается, стоит идеально. Только что вспомнила, что у меня есть бутылочка с подетских капель для носа. Они уже, как бы сказать, испортились, там их, правда, немножко оставалось. Я вылила, вымила бутылочку. И сейчас, что вы думаете, сюда залью? А и не угадаете. Масло для кутикулы. Хочу попробовать, как оно будет капать. Вот это маслице, которое я вам показывала. Сейчас попробую залить. Вот баночка. Так, налила. Сейчас попробуем, как оно будет капать. А то ж, в принципе, есть такие масла наподобие. Вот, допустим. О, прикольно. И зачем это называется покупать? Накапали себе на кутикулу и в порядке. Кутикула ваша увлажненна. Лайфхак, короче, девочки, такой. Ну и вторую ручку. Ну все, наше масло так хоть быстрее израсходуется, то срок годности кончается, заканчивается. Когда мне девочка делала маникюр, то она после того, как сфотографировала, всегда наносит очень вкусное масло. И вот такое жирненькое, питательное. Мне оно очень нравится. Так прям на все руки аж растираю, потому что кожа сухая. И она мне так многоватенько, прям в ладошку маслица наносит. Вот. Класс. Сняла я защитное стекло. Вот какое оно у меня было. Еле сняла, думаю, начнет лопаться сейчас, и так он трещит уже по швам. Это трещины пошли во время снятия, полосок этих меньше было, он видно сколы по бокам, которые у меня были, и, по-моему, одна или 2 трещинки, а то остальные во время снятия стекла.
треснула. Сейчас буду клеить новенькое. У нас на даче стоит старый шкаф. Привезем с Броваров. Он когда-то был мамин. Вот верхняя полка. Это здесь простыни, наволочки, пододеяльники. Ну, их немного у нас. И слаживаю, когда уезжаем, слаживаю сюда подушку с одеялом. Вот. Эта полочка у нас... Так, шапка Марьянкина что-то делает. Златина. Вот, спустя месяц назад примерно я здесь наводила порядок. И вот Марьянкина. Марьянка очень любит здесь что-то искать, какую-то футболку, платье вечно. Перерывается, снова складывается, как попало, и ложится в итоге. Ну, здесь шухлядка, ну, кое-как я сложила. Это купальник мой маленький, Марьянка тягает. Трусишки, носочки, вот так я складываю в шухляде. Это Златина повязочка. Ну, снизу постелька ложится, когда уезжаем. Так что сейчас будем складывать, наводить порядок. Ну вот, эта куча с одеждой. Прикиньте, сколько стирки, да? У-ху! Куча прям куча. И сейчас все будет сложено по стопочкам. Правда, со шкафа все вытащу и буду распределять, что куда. Как я складываю бодики? Сгибаю вот этот кончик всегда, потом вдоль пополам и еще пополам. И все, вот так я бодики складываю. Показать, как я складываю носочки. Раньше я их складывала вот пяточкой кверху, пяточкой вот так вниз переворачиваете друг другу, только ложите крест навкрест, потом так, 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 и вот этот кармашек выворачиваете. Вот такой способ. Вот такие носочки короткие. Так, пяточка к низу, пяточка к низу, складываете пополам, пятка, чтобы здесь была, и выворачиваете. Получается что-то вроде так. Так, лосинки Марьянкины, как я слаживаю пополам. И начинаю складывать. Так. Получается вот такой квадратик. Я никуда в кармашек никуда не загибаю, потому что мне не нравится, когда резиночка потом растягивается. Футболочка по тому же принципу, что и бодики. Ну, сейчас покажу вам два способа. Вот так пополам. Все разглаживаю. Зачем гладить? Если очень сильно помят, то уже гладить в процессе одевания. Так и вот так. Первый способ. Второй способ, когда я раньше складывала. Это он больше так заморачиваться нужно. Ну, что-то в этом роде. Но если это в комоде слаживать.
короче, удалить на колготки. В принципе, той же, что и лосины почти. Или носки. Как-то так. Итак, в самый конец полочки я сложила теплые штаны, жилетку и курточку. Дальше идут человечки, пижамка комплект и получается бодик с горлышком с рукавом длинным и кофта на замочку с рукавом. Доложила еще одну, типа туничка с рукавом, теплая. Батарея садится, не могу вспышку включить. Пытаюсь как-то отойти от света до окна. Короче, теплые свитера, тунички, кофточки и бодик с горлышком с начесом. В конец, в уголок я на жилетку положила. Здесь два человечка. Посередине пижамка с рукавом, комплект. И с правой стороны платьишко летнее. Дальше, короче, поменяла местами, доложила. Слева у меня чисто бодики. Здесь я положила на пижамку штанишка. Можно, думаю, положить лосинки. Здесь положила я футболочки. Ну и вот, колготочки вот так выстроила. Ну, это не вся одежда, соответственно. Часть одежды, половина в броварах в комоде. То, что мы часто пользуемся, поэтому я сюда и забираю. Все, пузлатый, полочка готовая. Вот как ремонт продвигается в ванной комнате. Уже сантехнику муж подключил. Это будет у нас стена, здесь будут двери. Гипсокартон уже один прикрутил. Ага, думаю, что за запах это он помазал, чтобы шашель не кушал дерево. Вот краник новый. Да, ванная, конечно, жесть. Но она будет потом... В последнюю очередь, короче, будет краситься. И на этой веселой ноте буду заканчивать этот влог. Спасибо, что смотрите. Подписывайтесь на мой канал, ставьте пальчик вверх этому видео. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. И всем пока-пока!